Всем доброе утро! Ну, у меня утро, у вас, как обычно, не знаю, когда вы смотрите видео. Решил записать мукбанг, завтрака. У меня здесь такой вот куличик, брауни. Ну, это то, что я вчера покупал, показывал вам на канале. Конечно же, бутерброды. Я так соскучился по колбасе. Офигенно. Сейчас превью снимал 3 года. Не знаю, какое лучше выбрать. Еще у меня тут яблочки, апельсин. Но это еще не все. У меня есть целая тарелка с яблоками и апельсинами. Я порезал так на всякий случай, чтобы было. Берите что-нибудь вкусненькое, что-нибудь для вас интересненькое и присоединяйтесь ко мне. Вкуснота. Какую тему обсуждать, я не знаю. Просто надо покушать. Комментарии. Давайте обсудим комментарии. Вот, кстати, еще не все. 2 бутерброда. У меня тут еще батон. И еще колбаса. Вот эта колбаса, например, как из детства. Вот у меня бабушка такое покупала. Ну, это 2000 где-то. Ну, 2005-й. Вот так вот. Мне очень приятно то, что пишут положительные комментарии. Спасибо вам. То, что вы поддерживаете мое начинание с распаковками и так далее. Я хожу в магазин почти каждый день. Ну, когда я здесь или не здесь. И почему бы не сделать такой формат, да? Насчет куличей. Я помню. Смотрите, какая кружка сегодня опять. Русские не сдаются. А вот. Насчет куличей. Такая одна история есть. Я с кумой своей, та, что Светка, вот. Мы, когда она жила здесь, в Озерах, были еще молодые, вот. Собрались как-то бежать в лес, ну, типа спортом заниматься. И это выпало на воскресенье Пасху. А перед этим мать там яиц накрасил, да, вот эту Пасху сделал, потом что там еще от куличи, да. Вот. А мы типа решили сесть на диету. Собрались, я за ней зашел, помню время, то ли 7 утра было. Еле ее поднял. Она на 2-м этаже здесь жила. Вот. Мы, значит, побежали к лесу. Ну, как побежали? Мы пешочком туда шли, в лесу немножко пробежали. Что там, зарядку поделали. Такие все измученные. Обратно тоже там через всякие городушки это перебирались. А я, кстати, такую колбасу люблю больше, чем даже сырокопченую. Ну, типа варено-копченую. Ну, вот. Мы, значит, бежим обратно домой. Прибегаем уставшие. Я говорю, Свет, пошли ко мне сразу. Посидим, чайку попьем. Прибежали. Садимся такие. А у меня на столе кулич, яйца, Пасха. И так охота жрать после этой зарядки, так назовем, после этой пробежки. И, короче, мы налупились этих куличей.
яиц, Пасхи. И забыли про всю диету. Просто сейчас скоро уже Пасха тоже. Я вчера с ней созванивался, Светкой. Раза три, наверное, созванивались за день, болтали. Вот такая вот история. Такие мы спортсмены. Это, кстати, брауни. Офигенный вообще. Видите, там такая прослойка. Это типа карамель. Это даже не вареная сгущенка, это как карамель. Он такой свежий-свежий, мягкий-мягкий. Очень вкусный. Я вот сразу, например, могу есть и соленое, и сладкое. Мне как-то все равно. Такой вопрос. Как вы относитесь к очень правильным людям? Я вчера посмотрел на канале Супер, но мне в Турции некогда было смотреть YouTube. Это там, то там, то там, а ночью приходишь без задних ног, да? Валишься спать. Вот, это интервью давала, как ее, господи, Татарка FM. Ну, я ее знаю там примерно года, наверное, 4, ну, не лично, а именно вот, как они с Ганом снимали, да, вот эти ролики смешные. И она всегда, ну, под дурочку косила. А в этом интервью она очень правильно казалась. Такая серьезная тетка. У нее там мама серьезная, как оказалось. Она такая... Блин, кекс просто тоже обалденный. А он вчера показывал, да, какой брал? Он круглый год, в принципе, продается. С изюмчиком. Ну вот. Это Татарка FM. Ну, там, естественно, тема военной операции зашло, да, как она к ней относится. Тут сколько народ, ну, сколько людей, столько мнений, да? Она вот во всем такая правильная оказалась. Рассказала, как она с этим Ганом в итоге поругалась. Ну, точнее, он с ней, да, что он там что-то ей хотел блокировать Инстаграм, эти посты, что-то жаловался на нее. В общем, я так понимаю, больше этого дуэта не состоится. Я считаю, что правильных во всем и идеальных людей просто не бывает. Потому что для кого-то это правильно, тому это неправильно. Поэтому я вообще ее интервью не очень много где видел. Ей задали вопрос. Ну вот если сейчас YouTube закроют, куда ты типа это, ну, дернешь? Она, ну, у меня есть образование, педагог там, ну, что-то с театралкой связано. Есть опыт работы в... Господи, ей, кстати, 52 года, но она очень охерительно выглядит. Конечно, там подтяжки, наверное. Она говорит, типа, она не пила и пить начала где-то, ну, первый раз алкоголь попробовала всего лишь 5 лет назад. Там 4 или 5, она сказала. Кстати, все, что я говорю, это мое сугубо личное мнение. Ну, так, на всякий случай. Вот. Тетка-то крутая, мне она понравилась по характеру, знаете, такая прям боевая.
Ну вот очень вот эта правильность навязчивая, она меня убивает. Ну, я не знаю, может, я хочу сказать, нельзя быть таким правильным, да, человеком. А может и нужно. У нее очень точная, в принципе, точка зрения во всем, ее личная. Она вот во всем, понимаете, может сказать да, нет, твердо. Я могу помяться. Вот. Но если не со зла, да, если я злой, то я могу ответить сразу. Может, колбаски подрезать еще. Ну, в общем, кто знает ее, я думаю, многие видели. Вот, и многие знают, кто это, да, ТТФМ. Она пришла, кстати, такая красивая, она волосы нарастила, я так понимаю. Вот. Такая вся френдиперсовая, под укольчиками. У нее губы такие, помню, раньше тоненькие были. Она такая невзрачная. Рассказала, что она посрались они с этой тоже. Что-то вот со всеми она срется. Может, вот из-за этой правды, которую она все время рубит. С кем она там? С Розой этой, Сибитовой. Давай поженимся. Тоже рассказала, что посрались. Что у нее был у этой татарки муж молодой. Вот. И они прожили год. В итоге сейчас они развелись. Она не знает, типа, где он, что он. Так интересно. То любовь была. Это тот человек, которого она искала всю жизнь, как она говорила. А тут фигакс. И развелись, да? Молодой мальчик не подошел, видимо. Не по карману. Да. Ну вот про Розу. Роза где-то высказалась, что типа нечего было тогда, мол, с этим мальчиком молодым сходиться. Типа, мол, Роза знала заранее, чем это закончится. Может, она где-то и права, но она не права в том, что она лично ей не сказала, наверное, это в глаза. Она дала какое-то интервью, где у нее об этом спросили, у Розы. И та татарка ФМ позвонила ее дочери, потому что тебе до Розы дозвониться не могла. Кальчи свою дочь зовут. Вот, и говорит, типа, маму позови. А мамы нету. Вот. И в итоге все равно она там до нее, что-то я так понимаю, дозвонилась, достучалась, и Роза. Ты что, я ничего не говорила. Ты что? А она, представляете, Дарка FM записала этот разговор, но, правда, нет, не приложили к эфиру, что-то написали сноску, что, типа, мол, Татарка FM не предоставила нам эту запись. И типа на первый раз эту запись сделала разговора. Прям я не знаю, как будто там обвинили ее в терроризме каком-нибудь. Сегодня какие у меня планы? Кекс. Знаете, такой ароматный. Какие планы? Я уезжаю на встречу с друзьями. Если они будут не против, я засниму. Это через речку. Придется плыть на этом, на пароме или пароход, как он там называется. Переправа, короче. Мы встречаемся на той стороне. Вот, ну проще мне просто туда переплыть, чем им там с детьми, с колясками. А они меня там встретят, и мы поедем погулять. Правда, кума немножко приболела. Вторая, которая Юлька. У меня две кумы. Ну ничего. Она у меня боевая. Никогда не раскисает. Вот встретимся, поболтаем.
Мы не видели 2 месяца, можно сказать, уже. 26 февраля я уехал. Почти 2 месяца. Крошка попала. Не в то горло. Так что... Всем приятного аппетита, кто со мной кушал. Знаете ли вы эту татарку FM? Ну, она с Иды Галич снималась. Она снималась в клипе у этой Анны Семенович. Хочешь вот эту песню там с Леней из Воронина, где типа она там похудела, делала операцию. Но там была как раз Роза Сибитова и татарка FM. Они, в принципе, ну, втроем общались, дружили, скажем так. Вот такие вот подставы бывают. От друзей. Что-то я апельсин даже не съел. Что вы любите больше, апельсины, грейпфруты или, может, мандарины? Я люблю... Ну, на первом месте, наверное, апельсины. Хотя есть в Алании... мандарины. Потом апельсина, а на третьем грейпфрута. Уже задумываюсь о новой поездке даже. Может, и соберусь куда-то. Ну, я хочу в Петербург. В прошлом году собирался летом. Ну, летом, весной. Так и не собрался. В Турцию ездил. Охота в Питер. Ну, хотя бы вот на полных 5 дней. Желательно с друзьями. Хоть с кем-то. Буду завершать. Что вы думаете о правильных людях? Очень правильных, в смысле. Потому что мы все люди и можем делать ошибки. И нужно прощать. Вот так. Всем спасибо. С вас лайчочек. Вот такие рассуждения мои. Не знаю. Буду сейчас, наверное... YouTube погоняю, посмотрю. И уже скоро буду собираться. Всем спасибо, всем пока. Лайки, комментарии, вопросы. Скоро выйдет видео, ответ на вопрос, который я обещал еще в Турции. Просто вопросы собираются, поэтому мне нужно, так сказать, вопросы было собрать. Всем пока. До новых встреч.